Не всегда дело в том, что почка отказала. Может быть, отказала ваша любовь к жизни. Если ваша семья погибла в автокатастрофе, вы, может быть, не захотите больше жить. Это называют желанием собственной смерти. Такие люди существуют. Я знаю, это кажется странным, но когда они ложатся спать, они не чувствуют себя живыми, плохо спят, тоскуют по своим близким. Их жизнь как будто оборвалась, то, что они называют своей жизнью. Если люди будут жить в мире, где все дружелюбны, где все беспокоятся о вашем благополучии, когда ваш самый близкий друг умрет, вы не останетесь один. Как же я буду платить за квартиру? На что я буду есть? Люди одиноки сегодня. Я бы сказал, что если бы каждый старался работать над улучшением жизни других людей, вы не чувствовали бы себя брошенным, когда умрет очень важный для вас родной человек.